что? А как Упсин обижал всю землю? Упсин обижал всю землю? Да нет. Обижал? Обошел всю землю? Да. Не знаю. Только бежал. Бежал он? Да. Он столько катастроф бежал. Всем привет, мы на тренировку идем, на футбол. Нет, не на машине, мы сегодня идем на тренировку пешком. Да? На улице видишь, как тепло? И рядышком. Точка, она далеко, мам. Нет, недалеко. Мама, как раз перед тренировкой разомнешься немножечко, да? Давай, пошли. Мама, я только покушал. Только покушал, и что? И да, все. Значит, лежат. И вот так будут заниматься, и выпадет. Еда выпадет? Да. Ну, давай потихонечку пойдем, у нас еще время есть. Все равно. Чтоб еда не выпала. Когда найдем палочку, давай посидим тут? Да, мы только вышли из подъезда. Так она грязная, тебе на тренировку. Сегодня понедельник. Идем на тренировку. Уже давно не были. С той средой были только. Мама. Да, сынок. Пойдем, видишь, темнеет. Нужно быстренько дойти. А обратно? Ладно, лавочки, стулья. Папа назад. Ну, пойдем посидишь, раз ты устал. Когда я один так устаю. Так быстро устаешь? Да. А как ты футбол будешь играть? Когда соревнования будут. Да там одно занятие, хоп, и все. Одно занятие, хоп, и все? Угу. То есть много занятий. Да, вот что-то текут. Потому что там лавки, чтобы сидеть там и пить воду. Да. О, нам еще водичку купить, давай, нам еще в магазин. Пошли. Не знаю, давай, давай, вперед. Почему? Он думает, что если мы его украдем? Нет, пошли, нам на магазин еще за водичкой. Давай, давай. Шуруй. Мама, сиди, я... Так, осторожно, ты куда побежал, дорога? Машина едет. Да, едет. А ручку дашь маме? Ты знаешь, что только с мамой? Мама же тоже боится. Давай руку. Мама боится через дорогу ходить. Маме дашь руку? Я быстро. Ну, пошли. Давай, 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 давай. Вижу. Да. Мамочка. В какой магазин зайдем за водичкой? Вот в чайку. Чайку? Внимание, магазин «Чайка», как называет мой ребенок. Магазин «Чайка». Я ему всегда говорю, что это ласточка, а он называет ее «Чайкой». Пошли. Заходи. Спасибо, сынок. Пошли. Нам точно не туда. Нам не в тот магазин. Почему? Ты же сказал сюда. Купили мы водичку. И идем на тренировки, любимые, да? А что ты прячешься? За ним. А? За ним. Кто там, Данилка? Да. Потому что ты не знал, что ты не отправилась в кафе. Да ты что? На улице очень тепло. Несмотря, что сегодня 9 декабря. Шапка у меня в руках, потому что очень жарко. Ну, не жарко, это я, конечно, преувеличиваю, но на улице тепло. Вот, очень тепло. Вот, сегодня целый день было пасмурно, если честно, я думала, что сегодня снег пойдет. Ну, его не оказалось. Так что мы без снега. Скоро Новый год.
скоро покупать подарки. Сыночек, догоняешь? А я, кстати, Данилку нарядила, одела тепло, потому что сегодня на улицу я не выходила. Это мой первый поход на улицу, потому что вчера было у мамы день рождения. Мы отсыпались, потом наводила порядки. Данил, стоп, ручку, давай. Нет, я не разрешаю. За ручку.